сегодня суббота. Суббота. А улицы пустые. Раньше все ехали на секции. Бегали, катались на велосипедах, в теннис играли. А сегодня вообще пусто. Охренеть. Охренеть. По дороге зато можно свободно, без страха кататься, без страха. Да, я помню этой дорогой, и нас Ирка везла в аэропорт в 2017 году. Это казалось вообще какой-то фантастикой. А сейчас уже не кажется. Какое-то все такое. Ну, чистенькое, конечно, да, это хорошо все. Чистенькое, красивенькое, но скучное какое-то. Труд, вот труд, 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 руки. Руки труд, маска.